Всем привет, добрый вечер, уважаемые телезрители. В общем, сейчас узнал, что у нас одна стояночка отвалилась по МТС. Вот. Ну, это как международный транспортный сервис, такое название громкое. А по сути, там так как попадешь, как получится стояночки. В общем, была стоянка между Солнечногорском и Клином в сторону Питера по М10. Называлась Пузатая хата. Ну, она и сейчас там есть. Так, асфальтовая, хорошая площадка. Там рефы стоят отдельно, шторы отдельно. И смотрю приложение, в приложении МТС ее сейчас нету. Она исчезла. Я звоню им туда на 8800, этот их колл-центр. Колл-центр. И мне говорят, что этой стоянки уже нет по МТСу. А ребята говорят, что они стояли. И говорит, охранник подходил, типа 200 рублей. Они говорят, мы по МТС, и он нифига отошел, все, ушел, говорит, типа нормально, записал там. Странно. Если она по... А получается, что следующее, аж после Твери, на 137 километре, там такая большая парковка, но она тоже забитая бывает. Там кафешка, шиномонтаж. Вот. Ну, это, конечно, хреново, потому что тут, если, например, с Софина выезжать, нужно очень долго ехать, аж за Тверь. Это ж время надо. Да, хреново, очень хреново. Очень плохо. Плохие вот такие, блин, новости. Печаль.